Скажите, вы ранее судима? Юридически нет. А сколько вам лет? 33 баллов. Работаете? Да, конечно. За что вы задержали? 158-я, 4-я, хищение денежных средств. Скажите, пожалуйста, с каким умыслом и где вообще вы совершили преступление? Я не совершал никакого преступления. Скажите, пожалуйста, за что вы задержали? Не статью говорить? Ну, вообще полностью, за что? За что ты здесь сидишь? Я ни за что не сижу. Задержали меня, обвиняют в статье 158, 4, пособничество, часть 33. То есть ты себя виноватой не считаешь? Нет. Угу. Ранее была судима? Нет, не была. А почему именно тебя обвиняют? Почему ты так вот? У меня много версий, их я хотела бы озвучить на суде. А версия такая, что в банке что-то произошло, так как меня не было там, ну, возможно, нашли крайнего. Вот. А при том, что у меня много вопросов, которые следствие не интересуют, по поводу того, почему другие сотрудники не по инструкции совершенно после данного ограбления вошли в банк. И все такое, почему сменилась фамилия у сотрудника незадолго, почему один ключ исчез, другой поломался, в то время, когда меня тоже не было на работе. Эти вопросы никого не интересуют. Ну, Карина, вы там работали? Да, я работала. Вы сотрудник? Да. Вы как долго там работаете? 4 года. 4 года? Ну, в самом банке. В отделении я перевелась в конце ноября. Октября, то есть. Начало ноября. Угу. Вы замужем? Нет, я в разводе. В разводе. Угу. А Шинкарев вам кто является? Шинкарев мой гражданский.